Всем привет, любители трансформеров! И мы продолжаем играть в Месть Падших. Сэм и Джетфор отправились в Египет, чтобы остановить десептиконов. Найдите Сэм и доставьте его в гробницу. 12 древних, древняя история. По-моему, во второй миссии мы будем убивать уже Мегатрона. На первой миссии тут просто, хотя, может, я сомневаюсь, честно говоря. Просто Девастатор был дома. But the Primes were bound by one rule: life is precious. Thus, any inhabited star system was to be spared until one Prime defied that rule. The Foreman hoped to harvest the Earth's sun. The Foreman murdered his brothers. But the harvesting machine had been hidden in the deserts of Egypt. The Foreman was unable to find it. The great machine was abandoned. Your race grew and buried our history until now. Вот и те, кто не знает, та машина какая-то древняя, которую падшие могут уничтожить весь мир. Вашу дословную сюжету. Проводи Сэма к гробнице 12 древних. Судьба его расы, да и нашей тоже, зависит от тебя. Сэм и доставить его в гробницу. Вот ты где. Надо срочно найти парнишку Уитуики и доставить его в гробницу древних. На твоем радаре показано его последнее местонахождение. Поторопитесь. Хорошо. Ловушка десептикон. Похоже, мы опоздали. Стреляйте по ним! Убейте их всех! Я вообще не понял, сосредоточить огонь на десептиконах! Попадание в голову! Плохо для новичка! Но это, конечно же, только начало! Огонь из всех орудий! Попадание в голову! Мы потеряли бойца! Цель в поле зрения! Иду в огонь! Не готово! Принцесса поражена! Попадание в голову, пора его... Только посмотрите, мои старые друзья, десептиконы! Попадание в голову! А, такого у меня не было со времен Карибского кризиса. Какого ты... А что, историю знаешь? Терапии тут нету. Вот он. Попробуем спросить. Конечно. Мало их. Сложим десептиконов! Осторожно! Эти десептиконы выжмут из тебя все масло. В голову! Не бойся! Я осторожен! Осторожно! Еще группа! Десептикон обнаружен и атакован! Да,
надеюсь, что он поможет, потому что вот мои поездки Давай, защищайся! Сказал себе нет. Грустно, сынок, но ты долго не протянешь. О, ну не допустим. Автоводы! Подадим им жару! Отметили местонахождение Сэма на твоем радаре. Отправляйся туда, только осторожнее. Да, если... И сейчас наверняка нападет, я думаю. Теперь забери парнишку. Я слишком стар, чтобы ползать по гробницам. Пусть он этим занимается. Поехали! Ты ведь знаешь, как найти гробницу, да? Jetfire говорит, она отмечена у тебя на радаре. Высади человека у гробницы. Мы будем охранять вход, пока он исследует ее изнутри. Спасибо. Я постараюсь вернуться пораньше. А вот и танки. Он же великий, ужасный заместитель Мегатрона номер один. Конечно же, лорд Мегатрон тоже. Да? Зайдите в этой игре, ладно? Хорошо. Ну они легкие на самом деле. Я Мегатрона пристрелял сначала, потом уже. Я прочесал всю землю в поисках этого парня. Сегодня он умрет. Мегатрон? Я смотрю, ты привел старт скрима. Как бы он тебе в спину не выстрелил. Зря. В музее Jetfire. Там тебе самое место. Огонь поражены. Никого не убить. Открыть огонь. Центр поездки. Ну же, давай, защищайся. Старскрин. Один я здесь не справлюсь. Это правда. Старскрин, иди сюда. Мы должны убраться из этого рассадника, пока его миазмы не убили нас обоих. Десептикон обнаружен и атакован. Пока щит не представляет.
Я же говорю, Мегатрон при пристрелении тут проблема. Блин, его пристрели, блин, не попробуй, блин. Не убей, блин. Думаешь, когда этот великий нити у нас тут упал? Открыть огонь! Чувствуй мою мощь, автобот. Надолго тебя не хватит! Десептиконы! Ликвидировать! По-моему, у него ультразвук суператака. Как у фан-двойного, кстати. Или крылья, которые Дима. Кстати, опять не нападает. А могли бы. Теперь я понимаю, почему он достоин власти, Старскрин. Да, уничтожить цель! Быстро! Приятно это говорить, сынок, но у тебя большие проблемы. Автоботы! Приказ атаковать! Старскрин же не даст им бывает. Сейчас он просто пытается отнять. Давай, Кайс, покажи мне, за что тебя избрали лидер. Силы покидают тебя, автобот. Наблюдаю Старскрима. Капот помогает мне. Мегатрон помогает. Мои силы покидают. Автоботы! Приказ атаковать! Мои силы там летают. Мегатрон. Я снял мне руку. Блин, вот трусы. Главное, силен, но трусы. Уничтожить цель! Сенсоры бы мы этого не видели. Ну же, давай, защищайся! Автобот поврежден. Добиваю! Цель захвачена! Сосредоточить огонь на десептиконах! Теперь я понимаю, почему ты недостоин власти, Старс. Что? Надолго тебя не хватит! С тобой мне хватило. Его не хватило. Чувствуешь? Твое время проходит. А Фимы, кстати, не только его убили. Убили и этого, потому что... Мы победили, но моя война окончена. Я потерял слишком много масла. Джетфайр, ты был прав. Я нашел надпись. Десептиконы прибыли к нам за жнецом. Он спрятан где-то здесь. Нужно найти его. Это, паренек, работа для тебя с Оптимусом, последним из рода праймов. Скажи ему, чтобы он взял мои крылья и запчасти. Тогда я буду с вами, когда вы осуществите предначертанное. Увы, смерть героя такова. На зов даже смог пройти. Хорошо. Но все равно мы не от... Ну, наверное, мы откроемся. Хоть и сомневаюсь. Джетфайр дал мне куда больше силы, чем прежде.
Эта сила нам пригодится. Если падший отыщет жнеца и направит его на солнце, эта планета погибнет. Тогда, полагаю, мы должны найти его первыми. Я кое-что заметил. Мы постоянно что-нибудь упускаем. Например, дополнительные задачи. Ты прав. Мы недостаточно внимательны. С этим надо что-то делать. В Каире наблюдается большой выброс энергии. Возможно, это тот самый жнец, которого мы ищем. Новое задание, новая зона. Это хорошо. Может, кстати, сегодня пройдем игру, хотя фиг его знает. Плотно застроен египетский город. Хорошо, ой. Подожди-ка. Резко пройти убить. А, пройти. Боже, спасите, помогите. Знаете почему? Это худший босс, блин. Ладно. Давайте его тогда на следующую серию даже оставим. Всем пока.